В столице прошло заседание Астанинского клуба. На брифинге в службе центральных коммуникаций они рассказали об итогах встречи. В дискуссиях на различные темы, от экономики до политики, свои мнения высказывали более 50 ведущих мировых экспертов. В ходе брифинга эксперты отметили, что темы заседания Астанинского клуба 2016 стали более глубокими. Процессы, происходящие в мире, не могли не волновать участников. По их словам, Казахстан должен стать площадкой для повышения уровня доверия и сотрудничества между странами континента. У нас в мероприятии принимают участие представители 20 стран, более 50 экспертов. Это ведущие эксперты из своих стран, Евразии и Соединенных Штатов Америки. Фактически цель и главная задача Астанинского клуба заключается в том, чтобы данная площадка была крайне эффективной. Поэтому она проходит по принципам Chatham House Rules, то есть без присутствия прессы, в закрытом режиме, что позволяет государствам Евразии, где достаточно много сложных моментов, достаточно много недопониманий, общаться с друг другом откровенно. То есть практический смысл от подобного мероприятия очень высок. Именно поэтому интерес к Астанинскому клубу по сравнению с прошлым годом значительно вырос.